Встречи с премьером. Напомним, у министра культуры возник конфликт с представителями культурного альянса, в том числе с литературоведами и книгоиздателями, которые настаивали, что в этом году их отрасли для развития необходимы 400 тысяч латов. Во время дискуссии Гренда не дала просителям конкретного ответа. После этого они поставили под сомнение ее профессиональную пригодность и заявили, что министр не понимает, насколько велико значение их отрасли в сохранении латышского языка, идентичности и культуры. Ситуация непростая. Ей надо найти общий язык с представителями отрасли. Ну а если нет, то очевидно следует сделать выводы. Ну какие могут быть выводы, если работа не выполняется? Надо поговорить с ней, но пока это физически невозможно. У нее проблемы со здоровьем. У нас был запланирован визит в новую библиотеку, но мы его пока отложили, до тех пор, пока она не выйдет на работу. Напомним, Валдис Домбровскис ранее заявлял, что пока не намерен требовать отставки Яунзем и Гренде, несмотря на конфликтную ситуацию с представителями отрасли. Совет работников образования и науки Латвии от попыток наладить диалог с правительством перешел к ультиматумам. Так, если до конца мая не будет найдено решение в вопросе повышения заработных плат сотрудников данной